там вже не стукати. Початок симпозіуму у нас сьогодні. І я хочу вам представити керівника наукового симпозіуму. Ну, я вчора вже представляв Нелі Миколаївну Корнієнко, яка буде вести, і далі вона буде вже розпоряджатися сама. Так, прошу, Нелі Миколаївна, вона вже буде керувати. Я буду стоячи, я думаю, що так чутно. Та й так чутно. Нічого не чутно. Ми всі так близько, що все чутно тепер. Отже, доброго дня, пане і панове, колеги. Поздравляю вас всіх, вітаю з Різдвом Христовим. Це таке прекрасне свято, що ми симпозіумом своїм маємо продовжити. Отже, хай сьогодні тут панує лялька, як представник душі цього свята, вічний, як каже Іра Уварова, архетиповий. Отже, сьогодні за нашим планом ви почуєте доповіді наступних людей. Професора Маккорміка, пана Давидюка, пана Фридаса, Дубської Аліс з міста Праги. От поки що четверо, і п'ятого ми визначимо походу. Розпочинає симпозіум представник Ірландії Дублінського інституту і центру драматичного мистецтва пан професор Маккорміка. Прошу, його тема – різдвяні вистави у популярних мандрівних лялькових трупах у Франції 19 століття. Прошу бути активним, задавати питання, брати участь. Instruct and edify easily evolved into semi-secular and
and later fully secular entertainment. Generally, this is a part of the process of the performances moving out of the direct or indirect control of the church and into the hands of showmen, using them to earn a living. We have only to look at the puppeteer referred to by the English playwright, Ben Jonson, in the opening years of the 17th century, who describes the puppeteer presenting Jonah and... Зможемо впевненість твердити, що більшість європейських лялькових традицій походять від релігійних вистав з використанням різноманітних фігур. Однак такі вистави мали на меті навчання та легко еволюціонували у нові світські, а також світські розваги. Вони стали частиною процесу переходу від прямого до непрямого регулювання церквою розваг, а згодом повністю опинилися у руках організаторів публічних видовищ. Вони заробляли таким чином на прожиття. Поглянемо лише на лялькаря, описаного англійським драматургом Беном Джонсоном на початку 17 століття. Цей лялькар показував Іону та кита, а також знищення Ніневі. Або ж можна розглянути королівські машини Іспанії початку 19 століття. Крім вистав, які використовувала церква, та тих, які використовували професійні організатори, існувала проміжна ланка, а саме релігійна вистава у виконанні аматорів. Ці вистави часто виконувалися щорічно. Вони трансформувалися у різновид народної драми, яка в свою чергу набула небіблійних елементів та містила в собі місцеву ділових усіх. The mystery plays performed in Britain by the different trade guilds in the 14th and 15th centuries fall into Yeah.
the surrounding area, we find one of the most significant portable marionette theatres of the 19th century, the Pitou Theatre. Like many marionette theatres, the Théâtre Pitou, the Festin de Pierre, or Don Juan, Don Shine, was the offering. No doubt, it offered the possibility of better takings. The crèche reappeared on Christmas Day in 1879 with rather low takings. Я сам знову з'явилася на Різдво у 1879 році. Але касові збори були низькими. І у другій половині 19 століття глядачів у релігійних лялькових виставах ставало все менше. Про це свідчить зменшення кількості різдвяних вистав у репертуарі театру Пітру, а також зменшення театральних зборів. Еміль Пітру, так само як і його батько, був насамперед організатором видовища. Ми також знаємо, що він не був прихильником клерикалізму, хоча це і не значить, що він не був релігійною людиною. Дуже часто публіка, для якої він грав, була більш набожною, ніж він сам. Ясла були у репертуарі театру самого його заснування у 1840-х роках, а їх тексти, можливо, були запозичені з репертуару іншої театральної трупи. На популярний роман Ежен Сю «Паризькі таємниці». Ясла та страсті Господні були зникаючими елементами релігійного репертуару. Вони буквально компіляція елементів. Деякі з них прямо походять від драматургії, яка була розповсюдженою у театрі кінця 19 століття. Цим пояснюється старанне копіювання ляльковими театрами сценічних ефектів великих театрів. Вистава також містила несумісне поєднання музики та танцю. Мабуть, завдяки деяким елементам релігійної драми епохи барокко. The Pitou crèche is divided into seven acts with 15 different scenes. In the first scene, Joseph absents himself because he is looking for work, not a difficult. Ми раді бачити сьогодні вас у цій затишній світлій залі, де дзвенить щирий дитячий сміх, де добро завжди перемагає і де панує її величність казка. Я щиро сердечно вітаю всіх вас світлим святом Різдва Христового. Зичу вам щастя, світлої долі, щоб були усі здорові, і щоб у кожному вашому серці ніколи не згасав вогник доброти, любові і милосердя. Шановне товариство, фестивальну програму продовжує Мінський обласний театр «Ватлейка», місто Молодечно, міст Білорусь. «Меч Ангела», автор Ігор Сидорук, режисер Юрій Старичев, художник Валерій Рачковський, композитор Володимир Капитько. Вистава «Меч Ангела» – це історія народження Христа, злодіяй царя Ірода, втечі святого сімейства до Єгипту, що розігрується в традиції білоруського народного театру. «Ватлейка» – так називалася в давнину група лялькарів, яка показувала на Різдво драматичне дійство за мотивами Нового Заповіту. У спектаклі використовуються традиційні елементи білоруського театрального фольклору. Виставу виконують актори Володимир Владика, Тетяна Павлічук, Тетяна Чаєвська. Приємного вам перегляду!
це взяла. Хто там у пелюшках вийшли, я спалився. О, діла Марії! Христос народився! Христос! Ми з добрим ягнятком перед малим дитятком на колені впадаємо. Христа прославляєм. Я слови ваші збираю і у серце своїм складаю. Небесне владару, даруй годи щасливе нашому господару. Народженому дитятку нехай береже його матка. Нехай добрим серцем і боскою рукою веде він до щастя народ бідний свой. Ой, я за це. Христос народився! Христос народився! Христос народився! Бяше, 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 бяше. Гоп, 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 гоп. Thank you.
Ірода я подману, заганю його хутко в труму. А Міха диявла вам не допоможе. Так і плюнув би у бритвою рожку. Цар усімогутному владару по що нікчемного чоловіка відвертав. Це тебе і турботи спізнав. Чорнокнижник, я відчуваю на шляху моїм нехто повстав. Тому й тебе викликаю. Що почути від тебе я жадаю, як уладу мені заховати. Що ще царю відказати? Відкажи, як безсмертний стати. Що ще царю відказати? Відкажи. Откажи, от чого у бачок чернота? Воїни мають збору.
Станьте перед троном вашого цара! Thank you.
справедливий і судний, і він всече злий голови спіч. Час нелегкий, ох, як тяжко.
тяжко збудувати. У тебе дороги легкий. Щиро хочемо пожадати і вам легкої дороги. Дякую. Бувайте. Дякую. Дякую. Ой. Я завжди готова обзвухватися на твою з твоїх промов. Слава Богу.
принес еліксир безсмертності. Навіть монаша, не тебе цар, чорний мах еліксир мені достав. За продажною душу я тебе еліксир віддаю. Thank you.
твою. Ай, осторожно. Это подпись? Мой. А значит,
я не жадаю. А я тебе? Собой забираю. Ні. Возьму-ка я косу, зроблю цару голову. І я! Я тебе з собою забираю. Поправь, пожалуйста.
Это дядюшка Батлей, который ходит по свету и рассказывает сказки. Белорусские, русские, украинские. Пусть он всегда напоминает о нашем театре, о нашей дружбе, о нашей любви. Пусть только светлое будет в вашем театре, на вашей родине. Я хочу, чтобы все были здоровы, все были счастливы. Спасибо. Я думаю, мы неоднократно будем бывать в ваших стенах за гостеприимство. Низкий вам поклон. Планом 4 доповіді. Значить, перша доповідь Анна Касьянюк, Польща. Доповідь буде прочитана польською мовою. Тема поетика, деякі аспекти поетики. Що? Прошу. Саме вже майже не слушаю. Представление скупляемся от Европы банков народных ресурсов, которых сейчас мы появились еще. Представление скупляемся от Европы народных ресурсов, которых сейчас мы появились еще незнаний приказами библейными, за то прихвильнее питание, что локальна публичность. Bohaterowie są powszechnie znane w wielu krajach Europy, by wymienić tylko Hiszpanię, Francję czy Ukrainę. Zbieżność rozwoju gatunków oraz podgatunków teatralnych i ich bliższe lub dalsze pokrewieństwo zaświadcza, że widowiska te nigdy nie zależą od misteriów, swobodnie przyswajają dowolne elementy apokryficznych scenariuszy, by przetwarzać je i modyfikować wedle własnych potrzeb. Wzorzec szopki, dramaturgiczny, równie wcześnie ulega aktualizującym przeróbkom ze skłonnością ku porywywaniu, a nawet wulgaryzacji. Wspólny mianownik rozwoju obu form daje nawet początek tezie, że szopka mogła rozwijać się w opozycji jako świadomy pastisz dramatów liturgicznych, by stać się czymś na kształt kontrkultury dla wówczas oficjalnej prokościelnej twórczości. U początków polskiej belenistyki leży również teoria, że widowiska misteryjne były formą wtórną, zależną od szopki, że to ona stanowi pierwowzór dla późniejszych przedstawień religijnych. Ze względu na chronologię, liczne podobieństwa pomiędzy stylem szopkowym a wyznacznikami poetyki misteryjnej są tu o tyle istotne, że bez względu na moment rozwojowy polskiej szopki, polskiej formy teatralnej, akt przedstawiający przyjście na świat Zbawiciela jest centralnym wydarzeniem dla dramaturgicznej opowieści. Obraz żłobka i świętej rodziny pojawia się w szopce zawsze, czy to zredukowane do symultanicznej dekoracji, czy nawet do dwuwymiarowego emblematu. W szopce wizerunek Marii czule tlącej dzieciątko oraz asystująca im postać Józefa ulega szczególnemu konkretnieniu. Owo przybliżenie wizerunku boskich postaci, kształtowanie ich podług własnych wyobrażeń, pomieszane z przeświadczeniem o ich pokrewieństwie do nas samych, nie jest właściwością tylko polskiej odmiany. W szopce południowoamerykańskiej Chrystus jest Indianinem, w afrykańskim Murzynem, we Włoszech miejsce narodzin Zbawiciela pozostaje grota otoczona egzotycznymi palmami. Właśnie włoska odmiana jasełek, podobnie jak polski wzorzec, charakteryzuje się silnym zregionalizowaniem unarodowienia. Do dziś widowisko, które najprawdopodobniej bierze początek od obyczaju prowadzonego przez świętego Franciszka, corocznie towarzyszy Bożemu Narodzeniu. Dla Bogów najbardziej tradycyjną postacią szopki jest forma
kultywowana dla narodu. Wesołka wystawione w kościele San Marino zajmują cztery sale, w których przez stulecia zebrano imponującą kolekcję figurek świętych ludzi oraz zwierząt układanych malownicze grupki z barokowym przepychem. Konstrukcja zachowuje dwudzielność w pionie i poziomie, skupiając na kolejnych piętrach coraz to nowe rekwizyty. Oprócz najstarszych szopek, jak neapolitańska czy sycylijska, znane są we Włoszech modele mechaniczne. Ogromną popularnością cieszą się jasełka, które kolekcjonerzy w każde święta powiększają o nowe zakupione figurki. Podziw budzi także okaz podwodny, zbudowany na dnie alpejskiego jeziora Maggiore. Każda z kultur sankcjonuje własną poetykę sceny narodzin Chrystusa, zaś przebieg historii święta zgodnie z religijną regułą, a także z religijną logiką, Adam jest symbolem szczegółów dnia w dniu. Przyjścia na świat Chrystusa. Grzech pierworodny nie tylko tragicznie definiuje ludzki los, ale także zakłada akt łaski i wybaczenia. Zwyczajowo obraz proszenia Ewy przez Szatana umieszczono obok sceny zwiastowania lub ukrzyżowania. Dzięki temu zestawieniu tworzy się alegoryczna analogia pomiędzy Ewą jako pierwszą matką, stojącą się na oczach widzów przeciwlacją matki. Wkrótce zapewne również rozdziały Jancele wysłane adoracji wyłącznicznej do Pała Sterzy. Około XVII wieku zarówno w Holendach, jak i w Wielkach Przychodach punkt ciężkości przyniesiony zostaje po sobie Marii i Józefa. Zaś motyw wyzwolenia od śmierci zestawiono związanym aktem, zachowują się niesławnie. Są bohaterami intermediowych kart. Relacje pomiędzy Jezusem a przysłowiowymi matkami i maćkami mają charakter coraz mniej oficjalny. Atmosfera do wyróżnień naukowości powoli obejmuje też postaci wywodzące się z Pelet, ulsteryjnych. Wracające raz wyraźnie przypomina polską wieś strzału XVII-XVIII wieku. W noc narodzenia Chińskiego panuje sroga święta zima, a mnie rozderwą manifestacyjną afektywnością. Dodatkowo zasób wyobrażeń religijnych. Przeciwnie wyszłostnego człowieka, z naszym wieku oficjalnej nauki Kościoła, przesuwa się wyraźnie ku legendzie i przesądom. Charakterystyczne dla naszej społeczności, mówię o polskiej społeczności, jest personalne odczuwanie związku z sprawami świętymi oraz brak wyraźnie zaznaczonego dystansu pomiędzy wieku ziemskim a tym zobowskim. Dość powszechnie utożsamiano pojęcie świętej trójcy z obrazem świętej rodziny, co zapewne przyczynia się do uznania Bożego Narodzenia za najważniejszy świat początku liturgicznego. W szybkowej atmosferze wszechogarniającej radości nie muszą nawet wyszczytnie wyważane do świata na realną codzienność ludzkiego rodzaju oraz poszczególne wydarzeń cudownych objętych stygmatem mistycznej tajemnicy. Obowiązujące rozgraniczenie nie jest konstrukcji szoki dyskarmonijne, nawet gdy rąk poczynanie spod boskich staje się nikłym w stosunku do rozbudowanych perfekcji ziemskich. Obecność przedstawicieli wyższego ładu jest nieodzowna, konstytuuje logikę świata, tytułują się poza doświadczeniem człowieka. Egzystencja zawieszona pomiędzy tym, co dobre, a tym, co grzeszne, w szoce nie ma jednak wymiaru teoretycznego, bowiem dobra nowina, wieszcząca nadejście lepszego świata, na czas jednej nocy, zawiesza wszelkie podziały. Po także liturgicznym odziedziczeniu zostało elementem źródła architektury, wyróżniające jasłkowe niedobra stało się stanem kondygnacyjnym. Szopka charakteryzuje się klarownie dwudzielnym lub rzecznym dwudzielnym podziałem na kolejne piętra. To zazwyczaj budynek składający się z trzech mansjonów, z dwiema wieżami i obszernego początkowego scenu. W symultanizmie ten znajdujemy wyraźne świadectwo misteryjne oraz dwudzielne estrady angielskich komediantów. Wraz z procesem unarodawiania wątków ewangelicznych podobnym mechanizmom ulega architektura przestrzeni widowiska. Szopka krakowska w konstrukcji. До Канадського університету Анна Касіяні читала з моєї точки зору просто дуже цікаву лекцію, тому що цікаво ви розумієте українську мову, правда? Дуже цікаво було, скажімо, оцей імпульс від шопки як контркультури, практично, це дуже цікаво. І до динаміки семантичної, повузлових таких сюжетів. Це було цікаво. У мене таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, ну ви і ви уточнювали, як змінилась конфігурація, так би мовити, така смислова, як там, скажімо, в Кракові, ну якісь такі деталі, які накопичувалися, акумулювалися. Скажіть, будь ласка, чи є такі дослідження, і чи ви досліджуєте, бо це просто напрошується,
так мовити, оцю семантичну динаміку і ментальність, і, можливо, зміну ментальності через актуальні смисли, які, от, смисли, які актуалізуються часом, тим чи тим. В зв'язку з ментальністю, яка присутня, ну, взагалі в художній культурі польській, чи займалися цим, бо тут просто це дуже близько. То значить, шапка właśnie polska jest przede wszystkim szapką bardzo silnie zreprezentowaną. Znaczy, inaczej wygląda w Krakowie, inaczej wyglądała w Gdańsku, właściwie nie ma tradycji szapkowej, ale też inaczej będzie wyglądała w różnych regionach typu tam, gdzie po prostu ta tradycja jest zakorzeniona. Niestety jest to tradycja, która troszeczkę samoczynnie umiera, w sensie takim, że nie jest kultywowana przez sposób ludowy. Jest natomiast, że tak powiem, dynamizowana odgórnie, kulturalnie, w sensie ludzi, którzy po prostu z szopką działają. Ale stąd bardzo jest trudno na przykład zwrócić uwagę na współczesne cechy szopki, jak ona się przekształca współcześnie, ponieważ ona już jakby nie ma tego zaplecza ludowego, a zaczęła mieć, ale moim zdaniem, mimo że utraciła jakby swoje zaplecze ludowe, w jakimś sensie stała się dynamiczną cząstką kultury oficjalnej w Teatrze Polskim i w Dramacie Polskim. Dlatego, że wiek XX pokazał, niestety będę pozostała się tutaj na polu Dramatu Polskiego i Teatru Polskiego, dlatego, że ta jakby, to, co zostało stworzone przez kulturę ludową, zaczęło być przetwarzane przez teatr jako pewien styl teatralny. Tak na przykład można tutaj mówić o stylu teatralnym Kazimierza Dejka, który w latach 60. po raz kolejny zainscenizował historię o zmartwychwstaniu pańskim Mikołaja Zwierchowiska, tekst bardzo stary, jeden z najstarszych polskich misteriów. Można mówić o takiej tradycji przetransformowania szopki w Teatrze Gdańskim Miniatura przez Alę Wybrzeże Natalii Gołębską, gdzie szopka związana od początku z dramatem liturgicznym, w perspektywie Alego Burza staje się teatrem narodowym, folklorystycznym. Nie tylko przez pastora Adama Schindlera, ale przez takie spektakle jak Wysoki Przydruszka, gdzie temat główny przedstawienia zostaje sformułowany w architekturze szopki i z postaciami szopkowymi, a absolutnie nie mówi już o narodzeniu Chrystus. Można też mówić o takich przekształceniach w przypadku teatru z Lublina, czy tutaj o przedstawieniu przede wszystkim Stanisława Okłońskiego, dyrektora Polska, ale także szopka polska. Takich, czyli jakby ta jakby szopka została troszeczkę odebrana, ta część jakby związana z kulturą ludową, to zasilanie przez kulturę ludową, przez ten moment aktualizacji, zostały tylko pewne ryty jakby w społeczeństwach, w społecznej kulturze. Do dzisiaj jest tradycją polską, że przychodzą kolędnicy do domu jakby z tą dobrą nowiną, śpiewają kolędy, ale to jest taki rytuał już szczątkowy w porównaniu z szopką, tą krakowską chociażby, dobrze znaną. Natomiast ona się przesunęła w swojej, znalazła nowe pole działania. W tym myślę, że to pole działania przede wszystkim teatr, no i także dramat, dlatego że w polskim dramacie ten model jest kontynuowany przez Jerzyńskiego, przez Bryla, przez w jakiejś formie objawił się Wyspiańskiego i Bryla. Скажіть, будь ласка, чи так само з цим процесом пов'язаний той факт, що коли ви говорили про так мовити, інтелектуалізацію ролі святих і так далі, це таке пронизання, так? В зв'язку з цим, так? Так. Добре, дякую. Прошу, які ще питання? Прошу. Чи є, чи бачите ви зв'язок між, припустимо, шовкою і Рожиком в його механістичному цьому ляльковому бажанні бачити психологічну людину інтелектуалізованою, але з механічними діями. І чи є якась молода автура, яка використовувала цю механіку, так мовити, а вже на психологічному рівні модерного? Чому мені там вирішити, що не можна там вирішити? О забаві? Так. О забаві. Znaczy, nie myślę, żeby tutaj ktoś po mrożku znalazł ten temat podjął, tak jak Mrożek to zrobił. Natomiast mówi się o całym takim cyklu dramatów szopkowych w przypadku Pankowskiego, jest Biwak pod gołym niebem. Bardzo piękna realizacja. Są też bardzo udane,
to też nie jest w gruncie rzeczy dramat nowy, tak umówmy się, bo to są lata jednak 50. i 60., czyli jeżeli wasze się na wiek, to jest to wiek już ten ubiegły. Myślę tutaj o Młodożeńcu Czerzeskim, który jest pisany pastorałki. Jest też dramat Jasperka Modern, Janusza Wiedeńskiego, który wskazuje na taki aspekt, jest to historia szopki mechanicznej odkrywana w obozie konfederacyjnym, czyli też lata 60. Bardzo interesującym dramatem, pokazującym mechaniczność i jakby upadek też w pewien sposób jest niedokończony dramat Dobrze Mikińskiego, Sprzed wojny, Królewna Oblica. I tam Miciński wyprowadził szopkę do takiego podwójnego jakby planu, dlatego że szopką jest to, co się odbywa pośród ludzi, czyli w sferze ludzkiego działania. Szopka jest odgrywana dla tych ludzi i w tej szopce jest jeszcze jedna szopka, która jest parodią szopki, czyli mamy trzy płaszczyzny działania tych jakby, no Miciński to doprowadził do takiego wręcz kuriozum szopkowego, pokazując jakby każdy z tych światów odbija szopkę poprzez deformację, deformując ją coraz mocniej. Як є, можливо, якийсь є роздум із цього приводу, своє, яке просто пробудила пані Анна. Немає? Тоді дякую дуже, прошу. Так, прошу до слова зараз пані Іду Гледікову, Словакія. Добрий день. Я не бив. Реферат будем читати по-русски. Ага. Так, прошу по-русски. Це ближче все-таки, да? Думаю, що будем добре глядіти на то. Я би сам вам хотіла оповідати пару слов о інформацію о вербі на словенську, який не є дуже розширений, але чосі там є. Кукольне представлення на рождество появились в северних областях Словакії і в його горній часті на границі з Польщею. Существует кукольная театральная постановка и сегодня в районе Спишская Магра. Это к востоку от гор Высокие Татры. В своем выступлении я хочу остановиться на кукольном представлении в деревне Лендак, где мне не раз удалось ее увидеть, но вначале я хочу сказать несколько слов о культурном контексте. В этой области, где появились рождественские кукольные представления, на словацкую этническую основу оказали влияние и другие этнические языковые традиции. Польская с севера, русинская с востока и частично с юга немецкая, с области Спиша, где живут спишские немцы. Фольклорный театр имеет богатые традиции не только в этой области, но и по всей Словакии. Наиболее выразительными являются традиции рождественских представлений, но кукольные театры в других областях Словакии не существуют. Словацкие кукольные представления на Рождество тематически связаны с существовавшими в средние века циклами театральных представлений некукольных. Это сотворение мира, первородный грех, перепись населения, поиски ночлега, ирод, поклонение, приношение даров и так дальше. Наверху, на верхнем этаже происходило таинство. Вот там наверху все было как вообще прежде, как полагается.
Через святое семейство младенец приходит, пастухи приходят. Все так же, но там было таинство, что очень редко мне приходится видеть во других хлебах. Это ведь очень любопытная форма, связанная с фольклором, которая находится на стыке театра и не театра. Федор Сологуб в одной пьесе сказал так: от вас самих зависит, будет ли это, ну не провертев, конечно, будет ли это спектаклем или будет это мистерией. Так вот наш вертеп сильно колеблется между этими двумя началами и охотнее склоняется в сторону спектакля. Или растворяется в этнографической среде, что тоже бывает. Однако, за последнее время, за последние годы возникло и развилось столько неимоверное количество вертепов, и мне захотелось понять, по какому принципу человек вообще, кукольник в частности, обращается к этой теме. Ну, совершенно понятно, почему вертепное дело развилось на Украине, особенно на Западной Украине. Конечно, основа – это глубокое религиозное чувство и искреннее знание того, что вертепные коробочки, скрытые, спрятанные, выродовые советские времена, прячется истина о том, что Христос родился, что ни один ирод признать не хочет и не может. Вот эта вот истинность рождения Христа, спрятанного в коробочке, она есть огромная вера, которая сохранила это дело в Украине. Ну вот, в кукарте номер 6, который я в свое время, мы с Новацким последним делали вместе работу, там опубликовано интервью с Сергеем Таракановым, художником театральным. Интервью начинается так. Ко мне обратился Покровский, предложил сделать для своего ансамбля вертеп. Узнав сумму, я отказался, поскольку люблю деньги. Но поскольку я люблю еще и искусство, я пошел в музей Образцова, посмотрел два вертепа и согласился. Не потому, что сумма увеличилась, даже наоборот, но я сделал свой первый вертеп. Посмотрите, какая замечательная мотивация, так сказать, не о такой... Никакой внутренней сущности речи вообще нет. Тем не менее, Сергей сегодня не только признанный мастер вертепного дела, но и также ездит в Германию регулярно и обучает германцев славянскому вертепу. Они ему заказывают, он привозит. И вот уже по-немецки играют славянский вертеп с большим энтузиазмом, и это его дело. Так вот, вы видите, разные совершенно мотивы побуждают... Спасибо. Разные мотивы побуждают человека обратиться к этому мероприятию. И что за этим кроется, мне все-таки очень хотелось бы разобраться. У Юнга есть замечательная фраза. Вплоть до настоящего времени человечество не прекратило давать показания о божественном младенце. Какая формулировка замечательная. Давать показания о божественном младенце. А мне хочется поразмышлять о том, что даже что и божественный младенец не прекратил давать показания о человечестве. Я переворачиваю эту проблему наоборот и смотрю с точки зрения, ну, в первую очередь, искусства. С необычайным упорством культура на разных уровнях и разных поворотах обращается к новорожденному, лежащему на охапке соломы в пещере. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу вертепе на склоне холма. Скудость этой картины особенно существенна, и странным видением грядущей поры вставало все то, что случится позднее, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев. Вот от этой картинки изначальной, может быть, для всей постхристианской культуры, от этого вот видения холодной зимы и путлого вертепа разворачивается вся европейская культура дальше.
Все будущее галереи — это Мадонна в шелках, это пастухи в пудренных париках и золотой чертог вместо плева, открытый, так сказать, природе и Богу. А образ скудного, скромного обиталища сохраняет вертепный театр. Как бы мы его ни наряжали, я имею в виду не шелку, она такого храмового архитектурного склада, я имею в виду вот наш потаенный ящичек, который и есть вертеп. Сама его природа застенчива, и, будучи ящиком, он всегда есть укрытие, всегда есть некая полузакрытая зона. Вот это вот, мне кажется, всегда очень ценным. Как ты выстраиваешь этот закрытый мир в верхнем этаже? Мы его видим, но в то же время свою закрытость не теряем. Это очень существенный момент. Так что же побеждает художника обращаться снова и снова к сотворению вертепа? Я думаю, что мы можем говорить о том, что все-таки нужно искать какие-то основания для такого массового обращения к этой теме. Вообще, другой разговор, но вот именно сейчас, в наше время, когда, в общем, культура-то оборвалась, она же не несет, она не имела традиции, мы эту традицию как бы искусственно взращиваем, и она так охотно и легко взращивается. В чем тут дело? Вот я думаю, что дело в некоторой форме подсознания этой единой общечеловеческой темной стихии, которую высветил Юнг в своем учении. Он определил несколько основных архетипов, свойственных каждому, как, скажем, руки и уши. Все человечество объединено этим общим наличием архетипа. Он совершил открытие в области психологии и медицины, не догадываясь о том, что его открытие касается, может быть, более всего искусства. Подсознание – это первобытная основа будущего разума, состоит из ряда архетипов, заполненных непостижимым реальным веществом мифа. Архетип младенца – вот самое важное. Он один из тех основных, на которых Юнг настаивает. Архетип младенца скрыт в каждом, и при каком-либо сигнале извне он может пробудиться и подвигнуть человека на сотворение, в частном случае, вертепа. Речь, очевидно, пойдет о том, что, как говорит Юнг, когда начинает проявляться архетип младенца, мы непременно проясняем момент нашего всеобщего появления на свет. То есть каждый человек неосознанно проживает вот этот вот бессознательный миг появления из материнской утробы на свет, преодоление родовой травмы и, так сказать, изменение среды обитания. Как он выходит в мир в этот момент, и это тайное рождение, которое мы забываем, она в архетипической форме актуализируется в определенный момент. Так что тут мы проживаем как бы каждый раз некоторые собственные забытые нами волнения. И это применимо чрезвычайно к нашей ситуации, поскольку речь идет о младенце человеческом, он принадлежит ко всему тому роду, который вот так вот и появился на свет. А с другой стороны, это сын Бога. И вот тут вот как раз вертеп пещеры начинает работать с особой силой. Потому что пещеры – это есть надежное убежище божественного существа, рожденного от Бога и земной женщины в античной мифологии и во всяких других восточных мифах. Такой новорожденный должен быть укрыт и тайно рожден. И место для этого – пещера. Это место появления полубога. И вода, мрак, камень, пишет Фрейденберг, это есть признаки будущего храма. Вот пещера – храм. Вот начинает срабатывать этот момент. Второй пункт – это соотношение великих и малых величин, которые великие умозрительны, а малые, так
так сказать, реализован, который в вертепе проворачивается с невероятной силой. Я хочу зачитать вам цитату из одного хорошего очень автора, Льва Смирнова. Явление малого порядка – это не что иное, как грандиозность в свернутом виде. Смысловое, масштабное и образное соотношение большого и малого – одна из постоянных ключевых тем художественной культуры человечества на протяжении всей истории. Религия и мифология ранних обществ, эпос и фольклор традиционных культур, искусство и литература в эпоху профессиональной художественной деятельности внесут в себе как раз эту тему, как некий ключ разгадки всех тайн бытия, как образ обеих бескрайностей, между которыми заключен человек бесконечно малого и бесконечно большого, как непостижимую загадку сверхъестественного взаимовлечения того, что меньше малого и больше большого. Это легенда о Христофоре, одна из золотых легенд средневековья. Святой Христофор переносит младенца Христа через реку и вдруг чуть не роняет его, потому что младенец стал несказанно тяжел, как бывает тяжел только, как может быть тяжел, тяжко только крупное тело. Вот эта вот пульсация малого и большого проходит здесь с огромной силой, и великое тело сворачивается вот в эту малую форму вертепа, а сам младенец в нашем вертепном теле – это одна из самых любопытных минут советского вертепа. Посмотрите, как начиналось вообще театрализованное Рождество. Это французский Ассизский внес колыбель, сел, да, в храм и положил туда куклу. Но я хочу вам сказать, что, скорее всего, мы вертеп куклу не кладем. И если существует канон, описание того, как надо делать Деву Марию, трех царей и Ирода, если мы знаем о нерукотворности лика Марии, которая полагается брать готовую головку из мануфактурного производства, что, кстати, наши художники всегда стараются выполнить для готовых кукол, чуть не Барби. Так вот, о младенце ничего не сказано, он есть сверток, у него нет лика, он есть окон. Вот вы увидели вчера в Белорусском университете, в белорусской шопке, вот это вот движение двух окон на нитках, абсолютно точно выражающий, очевидно, совершенно невольно, вот эту вот идею свернутости, которая потом развернется в какую-то другую огромную форму. Этот маленький сверток безлик еще и по той же причине, по какой, с моей точки зрения, бывает безлика та фотография, которую выставляют на рыночной площади или в парке, имеющие контуры фигуры и вырез лица. То есть ты можешь себя туда всегда подставить. Вот это вот есть какой-то момент, когда ты можешь прикоснуться личной тайне рождения к этому младенцу. Тоже какие-то очень интересные соотношения, волнующие соотношения сакрального, личного, индивидуального, общего, громадного. Это совершенно невероятная смесь всех ощущений, которые, очевидно, и дают нам особое чувство вертепа, когда мы его смотрим. Он все-таки, ну, когда он по-настоящему и сокровенно, и серьезно, и глубоко сделан, он все-таки дает какое-то совершенно иное ощущение, чем любое театральное действие. Я хочу продолжить эту цитату. Джинны, вырастающие великаны, карлики, обладающие огромной силой, гномы, владеющие великими подземными царствами, всемогущие боги Зевс и Дионис, боглики беспомощных младенцев, эльфы, укрощающие природные стихии, ими полны Маркхарта, Нибелунги, средиземноморская мифология, иранское, буддизм, христианство. Кажется, что как навязчивая идея этот мотив преследовал народы и культуры, то гигантски разрастаясь, то сокращаясь до неразличимых рудиментов. Позднее в художественной литературе он прочно обосновался в жанре инфернального и фантасмагорического. Вот тут вот наступает один очень любопытный момент. Есть у Пастернака слова, вот, что мы увидим все, какие видения грядущие пары встают над вертепом иудеи.
Все шалости Филипп, все дела чародей. Интереснейший момент. Вот соединение этих точек, рождение младенца, и дальше идут феи и чародеи, казалось бы, несовместимые вещи, которые все совмещаются в точке Рождества, того сакрального времени, когда все границы открыты, и всякие королевы-мамы, и все прочие, скрытые в обычное время духи, являются сюда, как очень точно чувствует художественная литература, как замечательно показывает Гофман в своем «Щелкунчике». Вот это вот пробуждение в рождественскую ночь всех сил, которые обычно спят в шкафу, в книге, где-то в любом закоулке. Интересно мне еще сочетание их рождения, младенца, вертепа и фей и чародеев в этом месте через куклу. Мне кажется, что посредником, медиатором всех этих вещей является кукла. Маленькая, оживающая ночью, относящаяся к темному миру духов и ночных видений, и проживающая с нами нормальную жизнь. Не случайно мне кажется, что младенец и вся тема Рождества лучше всего отдана в сохранение куклам, и что это приходится в то урочное время, вертепное дело, когда будут все елки на свете, все с ними детворы, и все, весь блеск и счастье елочных украшений. Все это собрано вместе, как единый, как сказать, звенящий, сверкающий образ детства. Так он формируется вокруг Христа. И мне кажется, что если брать Щелкунчика, совершенно не случайный там момент, когда крестный Дроссельмейер, о котором ничего хорошего сказать нельзя, волшебник довольно опасный и неприятный, притаскивает замок маленький, механически сделанный им самим. Вот образ домика, замка. Все равно это родственники вертепа. Я помню еще в мое детство, к которому Рождество не прилагалось, мы почему-то всегда должны были ставить под елку домик, желательно сделанный нами самим. Вот маленький домик под ватой на крыше. Если старшие проводили туда электрическую лампочку, это был вообще верх творения, как бы себе такой. И, как я понимаю, вот сам образ этого закрытого домика как-то экстраполировал идею ушедшего вертепа. Ну вот что интересно, я возвращаюсь к феям, чародеям и прочим недобрым деятелям нашего вот этого цикла рождественского. Юнг выделяет в неврозах, он же лечащий врач, в конце концов, его дело пациентов лечить, он вот там такие тайные искусства в человеке открывает. Так вот, наблюдая пациентов с неврозами, возникающими в эпоху становления личности, он отмечает очень любопытную вещь, что в это время пациенты часто посещают видение ребенка в цветке, ребенка в звездном венчике, ребенка в яйце, в сковородке. Любопытнейшая вещь, да? Смотрите, ни Оскар Уайльд еще не мог знать никакого Юнга. Просто вот, ну что же мы делаем? У нас звездный мальчик, вот он тут вот ложится. Невроз или не невроз, это совершенно несущественно. Невроз просто обостряет и выводит наружу то, что скрыто вот каждым из нас внутри. И совершенно сразило меня это. Ребенок из цветка. Как Андерсен разобрался с дюймовчиком. И как мы точно знаем, кто произрастает в цветке. Даже ни на одну секунду никогда не возникало сомнений в том, что он неправильно определяет родину дюймовочки. Смотрите, какие глубинные и серьезные вещи ходят вокруг темы младенца. И еще одну вещь в области неврозов, если я не знаю, что он с ними делал, излечивал его пациентов, заставляет об этом рассказывать. Я бы лично таких пациентов не излечивала, потому что, ну что же, они просто художники, что же их лечить. Но вот еще какая интересная вещь.
Опять же, в каких-то очень нервных, таких бурных состояниях души пациентской, они начинали грезить экзотическими младенцами. Это были совершенно белых людей, европейцев. Вдруг начинала возникать идея черного младенца, желтого младенца. И вот этот момент для меня, если выходить за пределы клиники, непостижимым образом сочетается с тем неимоверным количеством, я бы сказала, национальных тем Рождества. Несколько лет назад мне довелось в Монреале, в соборе, увидеть гигантскую выставку неподвижных вертепов. Это наша традиция, сколько мы двигаться, европейская традиция, она, это несли католики, миссионеры, свою форму преобращения туземцев. И они, значит, и они знали вот эту вот неподвижную картину, ту, которая у нас движется на верхнем этаже. Кстати, Мария и Иосиф тоже неподвижные фигуры. Так вот, я так хорошо запомнила, кое-что даже у меня есть дома. Ну, например, индейцы, североамериканские индейцы, это три волхва, приходят в перьях, в орлиных перьях, это три вождя, раскуривают трубку мира у порога вертепа, а вертеп сам ничто иное, как вигвам. А младенец лежит, привязанный к колыбели, бежит, да, в такой вот доске. И я очень любила мексиканское Рождество, у меня есть его маленькая копия, когда идет Иосиф Самбрера, не выкалывается, ведет за собой ослика, а дальше по закону мексиканской этики Мария, только что родившая, идет пешком и тащит ребенка. Такая вот абсолютно индийская, даже психологически индийская ситуация. Это вот каждый народ будет решать эту картину по-своему и адаптировать ее как свою. В заключение я хочу сказать о любимом моем романе Мишеля Турнье, о котором я, по-моему, каждый раз завожу тут разговор, о том, как про трех волхов, о том, как чернокожий царь, всесильный царь Каспар, полюбил белую рабыню, она его отвергла из националистических соображений. И он ее возлюбленного бросил в темницу, а что еще с ним делать? Из горя пошел искать младенца, соответственно, в зону звезды. И когда он пришел в Вифлеем и заглянул туда, он увидел поразительную вещь. Вылезший из вертепа, он сказал своим коллегам, двум другим царям, я точно увидел, что младенец этот чернокожий. Что означало видение чернокожего младенца черным царем? Ну, снятие комплекса, это понятно. Но выйдя оттуда, он иначе понял любовь. Он понял, что будет любить эту девушку, но мстить ей не будет. И прикажет выпустить двух несчастных любовников из темницы. Вот полное преображение происходит в этом месте. Сейчас я хотела бы вам сказать, что, конечно, это все архетипические структуры, это все в глубинах каждого из нас скрыто. Оно может оживать только в определенных обстоятельствах, в которые играет огромную роль время года, вот это вот время слома, вот изменение времен космическое, к которому каждый из нас подключен. В это время обостряются такие архетипические представления. Ну, конечно, чтобы они проснулись, спит ли нас архетип младенца, не собирается просыпаться. Без встречи с вертепом, может быть, и не проснулся бы никогда. Для этого нужен всегда какой-то мощный источник энергетического излучения. И мне кажется, что такой источник темы, именно вертепной темы, может быть, один из основных источников, где-то вот здесь, в этих местах. Я исхожу не из того, какие мы сегодня видим спектакли. Я исхожу из того, как эта тема нашла здесь свое прибежище и свое гнездо. Наверное, без этого никакой архетип проснуться не может. Спасибо, Анечка.
пожалуйста, вопросы, размышления, потому что затронута чрезвычайно интересная вещь, просто чрезвычайно. И действительно, архетип младенца, вот я сидела и думала, ну, я так как-то тоже и Юнгом занималась, и, в принципе, проблемами подсознания, бессознания, вне сознания и так далее. И вот ведь действительно потрясающая вещь, что младенец как фокус, как ядро несет, стягивает к себе вот весь космос, все картины мира, и в том числе вдруг вот как так отчетливо, банальная вроде бы вещь, а вот как-то отчетливо услышалось, что Бога человеческое в каждом из нас, в этом глубинном подсознании, действительно, и Ира очень деликатно сказала о ситуации, которая может пробудить младенца в нас, а значит, может быть, ту божественную сущность, ну не может быть, а так и есть, ту божественную сущность в каждом из нас, если мы памятью своей доберемся до тех тысячелетий, а это абсолютно подвластное каждому из нас, ну вы знаете, просто жить нужно как-то по-другому, просто чувствовать землю, может быть, более тонко, может быть, ну какие-то вещи. Действительно, архетип младенца еще раз говорит на своем языке, на архетипическом, вот об этой великой тайне, которую очень часто мы смутно слышим в себе до конца дней, и, может быть, иногда за час до смерти, за минуту до смерти услышим это тоской какой-то. Наверное, наша тоска очень часто связана с вот этим всем, о чем говорила Ирина Уварова. И действительно повторяем, что вертеп – это, ну, как я сказала, ДНК. Вот это еще одно такое доказательство, когда мы рассматриваем все уровни. Пожалуйста, прошу, свои размышления, явно они есть. Или вопросы? Пожалуйста. Вот. Ну, пусть вопросы кто-то мальчик. Да-да. I was very interested in the Jungian interpretation, as you were. Also, I listened with particular interest to the idea of a child in the egg. Because in the Italian tradition of Pulcinella, one of the most important things, exactly, is that Pulcinella is born from an egg. Одной из важнейших традиций есть то, что Пульчинелла рождается из яйца. Спасибо. А я знаю пьесу, в которой Бруно Леоне написал ее, в которой Пульчинелла женился на курице, и у них дети пошли из яйца. Пожалуйста. Вы так таинственно погружены все в себя, что, может быть, это лучшее из состояний, которая может пробудить доклад, может быть, действительно. Ну, смотрите. Пожалуйста. Очень недавнего времени, пока у меня не родился ребенок, я в основном поклонялась Иисусу Христу как взрослому, да, вот Иисусу Христу 33 лет. Но с тех пор, как у меня появился ребенок, я вдруг по-особому почувствовала Иисуса младенца. Я в нем, как мать, наверное, увидела то, что раньше могла бы и не понять, и не почувствовать. А вот эта его беззащитность, и вместе с тем вот та сила, заложена в этом маленьком существе, которое согревает всех, я вдруг ее поняла по-особому, и теперь я все время обращаюсь к нему и молюсь ему, и для меня это особая поддержка, особая сила. Вот это тоже интересно, да, как обыкновенный человек, не читающий Юнга, и, может быть, не задумывающийся о каких-то сложностях христианских материй, вдруг
по-иному восприняла Иисуса младенца. Тоже мне кажется. Это замечательно. Да. Вообще, восприятие младенца в Иисусе – великолепная особая тема. Понимаете, ей надо кому-то заняться. Но Ван Эйк – это горожане своего времени, столпились на площади, а посреди площади на горке Содома лежит голый младенец. Как это можно трактовать так? Значит, а в российской традиции все запеленуто, закутано, замотано, в свивальнике, да, под коком, скрыто. А европейская традиция, да, все будет скрыто. И свободно. Почему да. У нас переводят? Да. Почему открывают какие-то другие страны? Да. Если говорить просто о бытовом пеленании, так слава богу, в старые времена Европы тоже пеленала младенцев, пока они не дожили до новых открытий медицинских. Вот это вот очень интересный момент. И, как очень хорошо говорил Розенах, на Западе, в живописи, Мадонна – это счастливая мать здорового и прекрасного младенца, а в России это скорее нянька, который путает своего воспитанника. Такая странная формулировка. В общем, что-то в этом есть. Да, но это не только нянька, а вот как бы в основном цели сейчас говорит о том, что да, Рождество, почему больше читается, да, Пасха, чем, допустим, как европейский народ, ну, западной Европы. Потому что Рождество – это огромный праздник, это счастье, это свет. Но за ним Голгофа. Именно поэтому. Да? А уже потом воскресенье. Поэтому Пасха, она как бы вот более светлый праздник, потому что Рождество вместе с светлости таит в себе вот этот крест. Да. О чем осведомлена католическая церковь, тоже очевидно. Но как интересно, акцент все равно остается. Да, потом, если мы все-таки вспомним, что все вот эти вот апокалиптически, так или иначе, прочтение Средневековья, скажем, Средневековьем, вот, так сказать, вот эти темы, они же, вот если мы вспомним, как, что мы прошли, какую динамику смыслов прошла культура со времен Средневековья, ведь любой, как бы, ну, мы сейчас не говорим о Христе конкретно, но говорим об апокалиптических началах культуры, в этих узлах, ведь всегда же в Средневековье это означало, наоборот, выход в счастье, выход за границы того, что тебя удерживает, и во грехе в том числе, и в тех страстях, которые несут с собой грех, правда? Это человек перешагивал туда, и был счастлив. Потому такие интерпретации в испанской культуре, потому Гордон Крэг прочитывал там, скажем, Гамлета так, как некое счастье, то есть просто Христос – это немного другое, безусловно. Но мы, и Европа в том числе, утратила эту традицию, и, наверное, что-то нарушилось и в нашем восприятии сакральных картин мира, наверное. Потому что мы этим тоже не занимаемся. Вот почему понимаешь, мы не смотрим, как на картину. Да, нет, понимаешь, нет. Вот идет как, да, какое-то вот усыхание вот этой вот сакральности с вот этим прорывом. Вообще это вы очень. Я захожу в церковь, извините, что я вижу. Какая замечательная икона. Угу. Понятно, да? Да. Это настоящая старинная икона. Угу. Пожалуйста. Грубо интересно, я слушал. Ну что это, конечно, такой. Атомарный подход. Когда Кузьма Пудков говорит о том, что первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти, то это, наверное, не такая уж банальность, как нам кажется. Потому что все-таки идея младенца и нашего поклонения – это знаковая идея. Это идея желания обрести то, что невозможно. Старый человек умирает, и он постепенно превращается в младенца. Он теряет целый ряд жизненных показателей, накопленных за его жизнь, и он опять превращается часто в младенца.
Вот что тут есть? Очевидно, младенец – это некое атомарное существование. Это некий как бы знак нашей невозможности обратиться в это. И вся жизнь наша есть постепенное накопление не только позитива, а и огромное количество негатива, то, которого не может иметь младенец. Ну, возьмите, сравните нас, скажем, с животным миром. Собака никогда не съест больше того, что ей надо. А человек, когда идет в гости, он съест чуть-чуть больше, чем ему надо. Особенно выпьет. Потому что завтра он в гости не пойдет, и он, как бы так сказать, сегодня у него соображение есть. Вот то, что мы называем человеческими соображениями, младенец лишен этого. Он не соображает, он кокон, он зерно, он как бы абсолютно гармоническое воплощение отсутствия этих человеческих, так сказать, меркантильных и других соображений. И наша тоска по младенцу – это тоска по нам самих, у которых уже много этих, так сказать, соображений конъюнктурных, политических и других. Вот, наверное, мне кажется, здесь есть проверка каждого человеческого «я» и желание осознать факт этого рождения. Вот, мне кажется, здесь что-то есть. И я бы хотел закончить тем, что оно незримо пронизано даже там, где мы этого не осознаем. Но вот когда, так скажем, говорим «Вифлеем», «Бетлахем», «Батлейка» и доходим до слова «битлы», то поверьте мне, что это тоже не есть такая же, как бы так сказать, словесная банальность, потому что вся эта народная культура, в том числе и современная как бы рок-культура, и битловая, и другая, вся она начинается в протесте против вот этого жизни по соображениям, как бы так сказать, возвращение к инстинкту, и поэтому это возвращение при всей странности и парадоксальности, возвращение все-таки к Христу. Спасибо. Ну, смотрите, как интересно, мы дышим сегодня в этот день хорошо. Пожалуйста. Мне говорили, что по современным методикам, вот хосписа, подготовки ухода медицинского, на тот свет, желательно положить человека в позу младенца в утробе, вот в эту позу. Это вот она идеальная для ухода туда. Она идеально защищена. А я, значит, хорошо, вот знаменитые иконы Рублёва, Рождество, там младенец вот такой свернутый совсем, сидит рядом Мария, и она даже отвернулась, так от него понимая всю скорбь его участи грядущей. Он вот такой вот свернутый, лежит рядом. И вот в такой же пропорции буквально, я знаю одну икону западную украинскую, успение, когда внутри иконы вот вырезана деревянная, она деревянная, очень тонкая рисунок. Внутри ее вырезан вот такой вот маленький, вот не вертепчик, а вот такая коробочка. А в этой коробочке лежит свернутая, как младенец, Мария. Поразительно, совершенно точная рифмовка. Как интересно, вот, что это одиночество, да, что это одиночество, человек в эмбрионе. И возвращается на лучших мистериях вообще, правда? Или там даже культура Будда, танец, да, танца Будда мистериальный. То же самое, повторяется вот это вот закольцевание. Человек уходит в этом одиночестве, потому что к сакральному приходят все-таки в одиночестве. И это очень интересно, и в тишине этого кокона. А что касается хосписа, я просто невольно хочу два слова тоже сказать. Какая любопытная вещь. Люди, которые пришли туда, ясно, что они пришли умирать. И им будут помогать умирать. То есть входить в это одиночество.
очень интересный факт, который зафиксирован всеми без исключения хосписами. Когда люди, знающие, что они уйдут, к ним приходят родственники, живые, здоровые, слава Богу, люди. И они приходят, когда их опросили, многих из них опросили, почему, приходят, понятно, потому что родственники здесь. Но когда опросили, почему так часто, так уходят со всем другими, они все признали, что мы набираемся от них особой чистоты и особой морали. То есть, когда сходит все, шелуха, там есть какой-то небольшой процент, вот я интересовалась этим, просто это действительно интересно нам, остающимся жить. Но то, что спадает вот эта шелуха в этом походе в одиночество последнее, и ненужным становятся какие-то вот эти, эти ссоры, эти вещи, ведь по существу человеку не так много нужно. И, кстати, архетип младенца об этом тоже говорит. Защита нужна. Но не так много, если достаточно ореха, цветка. Это же тоже символический язык об этом. То есть, когда люди приходят к умирающим за тем, чтобы снять с себя суету и хоть немножко, оставаясь в этой жизни, очиститься таким странным образом. Знаешь, вот этой переходовой межой какой-то. Это просто очень... Это наш комментарий к книге мёртвых. Земной комментарий к книге мёртвых. Да, 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 да. Пожалуйста. Маленькое отступление, так сказать. Вот когда непосредственно мы пришли от рождения, вроде бы как вот куда как-то так нас потянуло куда-то в эту сторону, и возникает такой вопрос, ниоткуда и никуда уйдет. А как вы думаете, почему смерть Ироду голову все-таки снимает вот в наших сюжетах Бертепных, если это связать с младенцем? Наверное, мне так кажется. Может, я это не так. Мне так кажется, что Ирод настолько много погубил младенцев, что уж смерти-то, если он будет продолжать так, останется без работы. И она поэтому вот пришла, уже настал час, что надо это дело остановить, потому что ей-то надо по природе своей выполнять обязанности. И мне кажется, что, может быть, она поэтому и снимает голову этому Ироду. Но это вот сейчас возникает мысль. Конкурент или помощник? Да. Человек без работы остается. Вот современный, так сказать, мир у нас толкает. Я всегда с большим интересом смотрю за самоуправством мифа. Вот плевал миф на логику. Но что такое убитые младенцы? Между прочим, тоже смерть должна была забирать. А ничего подобного. Она ей не интересовалась. Она к этому примолкла. А как она вообще возникает, идея смерти? Было ли что сказано от Матфея? По смерти же Ирода ангел нам дал знак, что можно возвращаться из Сибири. Вот в этой, то есть из Египта, в этой форме, подумайте. По смерти же Ирода, значит, смерть от этого слова. А лица творила себе. С ума сойти. Да. Еще раз его увлекать. Пожалуйста. Да. Очень любопытный действительно момент, рожденный младенец, который принесет себя в жертву людям, да, всему человечеству, на часть человечества. Уже принесла жертвоприношение. Сначала человечество жертва приносит, да. В таком количестве. Да. Очень интересно. Как все не случайно, в этой
замечание, что весь детский театр построен на вертепе разбойников. Весь детский театр обожает пиратов, которые убивают, которые съедают, всех людоедов, так сказать, обожаю детский театр, всех бродяг в английском, так сказать, эпосе. Все это абсолютно не случайно, потому что это и есть зеркальное противопоставление. Разбойники прелестны тем, что они убивают вот эти вот размышления, вот эти соображения, этот меркантилизм. Они живут неким совершенно естественной некой жизнью. И поэтому Христос им ближе, потом Он их прощает, потому что они живут вот этой самой, они не есть фарисеи, и они не есть обманщики мира, они, у них другая ипостась. Поэтому мне кажется, вот это есть две стороны этого явления. Вот это и есть та самая борьба, которую я говорю, что вертеп будет существовать еще тысячи лет, потому что он не есть едино целостным. Он состоит из этих двух противопоставлений, из этой борьбы. Да, в этом, потому оно и стоит, что это постоянно в борьбе. Это нет, тема и дискуссии. Я так думаю, это не зовсім тема цієї дискусії, але все ж таки. Професор музики, так що це не так. Вона називається «Ляльки, які співають кояж». Є то велико позоруходне, що власне все ані комуністу не подарило зліквідувати а запомнив на Вануце, і ліж так вегементні набізали все годину мрази. Можна, що то було то безбране бетленське дитятко, které vzali na milost. Kolegy, české nebo moravské, tuto skutečnost připomínají. Tak třeba vánoční koleda, když Panna Maria po světě chodila, to je vlastně takové malé drama na velice malém omezeném prostoru. A tam se připomíná i ten budoucí strastiplný konec toho děťátka, třeba těmi verší kujeme, kujeme ty železné hřeby, co Kristu na kříži bude jich potřeby. На увагу заслуговує той факт, що комуністам не вдалося ліквідувати та забути Різдво, навіть коли вони так енергійно пропонували нам свого Діда Мороза. Певно, це було беззахисне віфлеємське дитятко, яке потрапило в немилість. Великодній, розп'ятий і воскреслий Христос вже не визнавався, хоча йшлося про те ж дитя через 33 роки. Однак, мені жаль, що подальший перебіг Ісусового життя, аж до цього образливого, але врешті-решт переможного кінця, на різдвяні свята не береться до уваги. Але деякі різдвяні колядки, наприклад, Моравські, нагадують про це. Так, різдвяна колядка, коли Діва Марія по світу ходила, є, власне, драмою на малій площині однієї простої пісні, де в майбутньому повна пристрасть і смерть очікуваної дитини нагадує «Куємо її залізні цвяхи, як Христосу на Христі, які Христосу на Христі будуть потрібні». Але мислене днес на ту událост того славного народження, як нám to líčí evangelista Lukáš. Víte, já jsem vždycky udílen tím, jak ta Lukášova zpráva v evangelii, líčená dokonce způsobem málem žurnalistickým, vyvolala tak obrovskou explozi uměleckého tvoření. Písně, obrazy, sochy, betlémy, divadlo, že opravdu je to zázrak, jak jsem řekl, líčení, které je vlastně velice prozaické, opravdu jako novinová zpráva. No a samozřejmě té situace betlémské
se ujalo také divadlo, ale o tom až o chvilku později. Думаємо сьогодні про ту подію, про те славне народження, як нам їх показує Євангеліст Лука. Вражає, яким духом мистецтва, художнього, музичного і драматичного є та евангелійська проповідь. Про це співається у тисячі пісень, і це відображено в тисячах образів. Позаду не залишається і театр. Він теж це відображає. Свідченням цього, врешті-решт, є і наша саме зустріч. Byl to asi opravdu mnou tuze ctěný světec svatý František z Assisi, který v té lesní jeskyni u obce Greccio v italské Umbrii v roce 1223 instaloval živou betlemskou scénérii i s tím volkem a oslíkem a s jesličkami, které byly prázdné, ale v níž se během té mše, kterou tam sloužil, najednou to děťátko objevilo a on ho pochoval. Aspoň tak o tom mluví legenda. Víte, jakoby nám nestačilo jenom to symbolické, ta scenérie, ale aby to bylo úplně. I s tím děťátkem, jesličkem, dokonce v rukou svatého Františka žije. З великою пошаною говорю про святого Францішика з Асізі, який в лісовій печері біля села Креччо в італійській Умбрії у 1223 році ставив таку віфлеємську сцену з воликом і осликом. Згідно легенди, протягом святої служби, яку там правив святий Францішик, в порожніх яслах з'явилося дитя, яке він потім сам колихав на руках. O naplnění té touhy, aby to bylo úplné, svědčí opravdu miliony betlémů v chrámech i v domácnosti. Ale nadzvyčajná prvídnost primáje se publikuje. Skільки slávy i radosti je na kolo cієї ubohy večery, v jakій narodilo se dětětko, zpívající ангели, radíjící пастухи i маги, згідно наших уявлень царі, вівці, що супроводжують пастухів, оце все це створює атмосферу виняткової події, торкається кожної чуттєвої душі. Není divu, že na takové slávě měla podíl muzika. Vy, prosím vás, i ti anděle to zvěstovali zpěvem. A zpívali jste i pastýři a v té první chvíli po svém, možná, že i tancovali, prostě se radovali z toho mimořádného narození, o kterém jim dali vědět pastýři, to je anděl. Víte, říkám si vždycky, co je to sláva bez muziky. Bez muziky není vůbec žádná sláva. I když to byly pouze bubeny, které vyzněly. Ve středověkých Čechách se zpívalo často a všude. Je zvláštní, že témata dochovaných písní latinských, zvaných canciones, i českých, jsou většinou vánoční. Pravda, první hry, tedy vlastně divadelní hry, které se vlastně týkají většinou Velikonoc ve středověku, ale množství vánočních písní svědčí o tom, že to byly i hry vánoční. Co je dochováno spolehlivě, to je koledování, ale i chození s jesličkami, samozřejmě se zpěvem a hrou na nástroj. Některé z těch dávných zpěvů se zpívají dodnes. Nedivno, že při takové veliké populárnosti mala i muzika svoju částku slávy. Отже, ангели також співали, коли сповіщали про велику новину. Співали пастухи в ті перші хвилини. Вони грали і танцювали, просто радіючи від цього надзвичайного народження.